Я посчитал, вот можно, если бы снимали, суп. Нет, это... Суп поставлен. Понятно, это поставлен. Я хотел бы... Почему вы давали этому? Если бы вы за границей, уже этот имел два шага, как минимум. А вы дали и этому шага, и тому шага. Потому что это делает подвороты, да? А тот не делал ни одного. Ни одного подворота. А вы дали этому и тому. Почему? Мне кажется, что... Я признаю. Этот я считал, я... Подумал, чтобы вам показать. Вот вы посмотрите, этот сделал я минимум 6 там оборотов. Это просто 66 оборотов. Который этот мельц делал. Понимаешь? И вот почему? Он не делает просто так. То есть я бы... Он делает через спину с колен. Но он влезает, он не делает просто раз на колени встал. Пару раз. Тот, который мельц. Он сделал 3 подворота. Это имеется три. Но он же делал, то есть, понимаешь, он не просто показал и убежал, он ее делал до конца. Вот в чем два раза, один раз, когда он бросил, а второй раз, это сделал только чтобы упали из формы. Сидя курда, если тебе думают, что до минимума сидей был... Да, а что ты имел? Души и только стремились. Души, да. А если... Европейцы почему чаще всего проигрывают? Потому что они идут, вернее, европейцы, россияне, потому что они идут просто без бросков. А как спортсмен проигрывает? Он стоит. Запорощук делает Фико Мегаежи, ноги вверх, но эта команда обычно туда идет обои. Дальше побои. А что только там? Потому что у этого было 2 или 3 движения подряд, и вы уже назревали, вы хотели давать тут. Но почему-то дали этому. Дальше, потом было на второе шида, и вы не дали. И вы сами было по-другому. Но она даже была закончена. Вот и идут, и что же самое такого нет. А вот тут движение, не надо смотреть я видел так. По нашей системе надо смотреть, потому что ребята пойдут на соревнование там, и то же самое будут бороться. А кому нужно это? А вот это... Посмотрит еще движение, которое предыдущий сфат. Он не берет заново. Я не видел. Мы сидим так, он делает. Он не сразу. А вот. Он не берет заново. Он там не делал. Да. Он не берет заново. Да. А почему он не берет заново? Нет. Он не берет заново. Он залезает на прием, идет, а в конце он берет заново. Шасы, за это я буду сразу снял. Да. Он сразу взял заново, я буду сразу снял. Какой смысл? Пошел заново, взял заново. Нет, так он не так, это был не приемку он сделал, он именно что сделал, взял так. Ну, он сделал 3 шага, сделал прием, пошел, 3 шага, а потом... Вот за это прием, этот... Интересно посмотреть. Вы дома увидите это. Просто я не... Были бы чуть-чуть у меня больше на 3000. Я купил, где можно перематывать и смотреть. А здесь у меня флешка, она пишет и все. Я остановил, она не сам тут вперед идет. Она с самого начала. Час записывает, я даже час смотрю. То есть быстро не можете перемотки делать? Да, нужен компьютер. Я говорю, дома вы посмотрите. А интересно нам, Я весь город выставлю. Вчера и сегодня Джудо МД на Ютубе. Джудо МД, да? Так вы выставляете вот это все, чтобы мы посмотрели. Да,
который поборет тоже. Где-то 4. А мы видели где-то раз. Разбил кто-то. Я тебе не дам, ты не получишь грамоту, я порву у тебя. Где переодевайся? Фрерам. Сиди переодевайся, пожалуйста. Пришли они, фрерам. Кто там? Я в тумане. За валюту. А Гена быстрее, потому что не получишь валюту. Валюту не получишь. Честно тебе говорю, я знаю. Еще кто ботки один, ботку на изнанку. Да поэтому фокус зачем делать? Я знаю, там мы сможем. Больше за минимум. Просто лист это выкручивает. Что это надо тушить? Ну, односторонний фокус там дома. Односторонний фокус там дома. Да, у фокусу на химию, да, там дуешь. Ну, треба сделать. Взяла руку и... Это же автомат, автомат сказал. Ай, да, ай. Тому ось мої ерти боєси, з помстики касерти, а, є ваш шанс. Да, у вас команда подкаст? Ну, нет, а есть какой-то матрас? Я думаю, это не подкаст, да, это чем? Скинули? 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 Скин
să fiu la mașină. Mare măsură, deci, care trebuie și tot în 5-6 ani. Au demarcat o bună tribune. Garaj, o bună casă. Majoritatea învingătorilor de la campionatul Liceu vor fi printre finaliștii în campionatul Thank you.
давно тут не зубы. А порог не встали. Порог я могу сказать, что я не видел информации. Ну, по тебе, да? Потому что я первый. Am apreciat întregătorii și preganții și participanții care o prezentă la Școala Carpunatului Republicii. În urmă de categorie de kilograme, 55 kilograme, locul 1, Mitrofan Dumitru, Stipoliază, cu diplome și premiul de lei. 90 de lei. Capitão Cristiano.
Только чемпион. Мальчики, постройтесь. Так, так, так. Когда встанешь? Не уходи. Толик, не уходи. Thank you.